Ребята, это Ford EcoBoost 1.5 Turbo. Здесь мы установили вакуумную заслонку и удалили штатный резонатор. Все это было выполнено в максимально короткие сроки специалистами из ультравыхлоп. Собственно, вот он пульт. Здесь есть две кнопки. Одна ON, другая OFF. И она включает и выключает заслонку. Этот брелок очень классный, очень необходимый для любителей, ценителей выхлопа, которые хотят в том числе периодически передвигаться в комфортном городском нешумном режиме. Или ездят не одни в машине, или есть маленькие дети, или ездят периодически на большие расстояния. В общем, эта штука, она незаменима вообще по жизни. Поэтому знайте, что это можно приобрести у нас в ультравыхлоп, а также установить. Такой пульт, комплект управления с подключением начинается от 22 тысяч. Не 300 тысяч, 400, как за полную систему Акропович или других именитых брендов. И вы уже получаете тот эффект, который дает вам кайф от вождения. Обращайтесь!